Да, я знаю, я читал комменты, вы жалуетесь, что морских гадов устриц, ежей нигде не достать. Да. Но смотрите, конечно, я понимаю, мы же должны все стремиться к чему-то лучшему. Я подумал, думаю, ну ладно, так и быть, приготовлю что-нибудь совершенно недорогое, дешевое, вкусное, быстрое и, самое главное, с какой-то авторской ноткой, как бывает всегда у меня на канале. Я сегодня буду готовить сырные палки. Ну, то есть палки, знаете, такая форма, это палками сложно назвать, это, наверное, какие-то брусочки. Вы часто встречаете в пивных ресторанах вот эти вот чипсы, которые, вернее, хлеб, который выжаривается в масле, а потом натирается чесноком, чесночные гренки, да? Все то же самое, только сырные палки. Ну, то есть ни одного слова в этих двух нету. Значит, для сырных палок я беру вот такой сыр. Сливочный, мягкий, брест-литовский, называется классический, именно этот. Почему? Потому что он имеет сладковатый, такой, знаете, сладкий, сливочный, с легкой кислинкой привкус. Потому что из пармезана делать палки не принято. Потом, главная задача, которая стоит перед сырными палочками, это их плавучесть, плавкость. Расплавленность. Ну, в общем, вы мне поняли. О, этот более квадратный, этот менее квадратный. Хорошо. Тогда делаем так. У них есть длинная сторона, есть короткая сторона. Если взять короткую сторону, прикинуть, сколько он по толщине. Ну, вот лезвие ножа. Соответственно, здесь должно быть тоже лезвие ножа. Вот такие небольшие, не длинные по размеру палочки должны быть. Если будет желание, вы можете вообще подровнять, сделать их идеально квадратными. Но в панировке вы все равно этого не заметите. Все, нужно нарезать вот такие палки, брусочки. Во-первых, для того, чтобы они были толстенькие, будут тоненькие, никакая панировка не удержит. Начнете вытаскивать, она вся будет лопаться, сыр будет вытекать. То есть палочки должны быть такие увесистые и мощные. У сыра очень мягкая текстура. Такая пористая структура. Я вот мечтаю, например, побывать на сырном производстве, посмотреть, как делают сыр. Как делают сыр, в принципе, я знаю. А вот как делают сыр в таких объемах производственники. Представляете, там огромная фабрика такая, что-то мешается, что-то куда-то заливается. Нужно, чтобы кто-нибудь обязательно меня туда отвез. Пока нарезал, уже наелся. Так. Дальше все довольно просто. Значит, вначале сырный кусочек нужно обвалять в муке, затем в яйце, затем в панировке. Затем снова в яйце. А затем снова в панировке. Двойная панировка удержит сыр. С толстыми палочками то же самое. Не получится сделать одну панировку, потому что сыр будет плавиться быстрее, чем панировка будет его укреплять. Поэтому всегда из мягко-плавкого сыра рекомендуется делать панировку пожестче, поплотнее, то бишь двойную. То же самое я делаю со всеми остальными палочками. Панировку я делал вот из чего. Значит, у меня, во-первых, были кукурузные хлебцы, вот такие вот. Не было какой-то специальной панировки. Я, в общем, за ней не бегал никуда, ничего не искал. Вот то, что нашлось дома. Кукурузные хлебцы, тоненькие. Я их раскрошил туда. Потом обычная совдеповская панировка. Сухари. Значит, в соавторстве с крупной панировкой можно, кстати, использовать, знаете, такие кукурузные... хлопья, которые раз в чашку с утра молоком ребенку заливаешь, вот можно их тоже поломать. Крупная фракция даже при двойной панировке не, ну то есть оставляет между собой дырочки, а вот эта мелкотня, она залепляет их, потому что здесь важно, чтобы была прям корка, корка настоящая, чтобы сыр никуда не девался оттуда. Но если мы будем полностью использовать вот эти, чуть не забыл, серая будет палочка, серая. А вместе с кукурузными, конечно, получается немножечко повеселее. Так, масло подошло. Все, шумовку подготовили, салфетки подготовили, все.
Теперь отправляем в масло. В отличие от мяса, сыр очень быстро готовится, поэтому нужно быть очень аккуратным. А то иначе мы его можем потерять. Так, последние две палочки здесь. Значит, это убираем. Если вы думали, что за несколько секунд пребывания во фритюре палочка полностью станет мягкой, нет, это так не получится. Ого! Ну, то есть сердцевинка самая еще чуть-чуть не дошла, да, вот ей немножко не хватило. Но сыр какой быстро плавкий, да, смотрите, какой он эластичный, тягучий и выливается. Вообще в ресторане как делают? Берут сыр, панировку, жарят, остужают и перед заказом отправляют в пароконвектомат. Если вы много жарите, у вас определенно низ уже затвердеет, пока лежит. А последнее, вот, которое с пылу с жару, смотрите. Панировка довольно плотная. Так быстро пожарились, не успел сделать соус. Значит, соус у нас делается из вяленых томатов. Вот смотрите. Вообще простейшая вещь, но один из самых вкусных для сырных палочек. Смотрите, нужно взять вяленые томаты, любые. Сильно вяленые, слабо вяленые, чуть подвяленые, они разные бывают. Мягкие, жесткие, совсем сухие. Я беру вот такие вот, знаете, типа, как чернослив. Ну, тут рубленых томатов получится, наверное, где-то 3-4 столовые ложки. Все это в кашу. Значит, тут же в кашу. У меня идет садовая мята. Сейчас сезон, я на рынке беру у бабушек. У тетушек, бабушками их неправильно называть, у тетушек у моих знакомых беру вот эту садовую всякую зелень, там, начиная от стеблевого сельдерея, заканчивая вот этой вот такой вот ароматной мятой. Главное, не берите перечную и не берите double mint, я ее называю, от которой аж язык не имеет. Вот это обычная садовая мята, такая light, легенькая. Вот, эту мяту обязательно сюда. Можете, кстати, знаете, что взять? Еще мелисса очень хорошо получается. И все это в кашу. Причем в кашу можно вместе с томатами. Видите, почему я добавляю? Для того, чтобы мяту я изрубил один раз, а томаты три раза. Как только образовалась каша, возвращаем томаты в тарелочку. Там у нас и масло немножко. И томаты приобрели уже по кухне раздается такой мятный, нежный, свежайший аромат. Смотрите, томаты у нас кислые, мята свежая. Добавляем сюда остроты. На ваше усмотрение, хотите добавляйте, хотите нет. Я вот 5 капель, 5 бульков таких небольших. Кислота уксусная, чили. И, конечно же, сюда нужно добавить что-то сладкое. Ну, то есть сыр любит сладкое. Любой джем подойдет совершенно простым образом. Это вишня. Мне сказал Макс Брандт. Это его джем. Значит, смотрите, джем берем, добавляем вот сюда. Можно просто использовать джем. Можно использовать джем с горчицей, очень популярно в Италии. К любому сыру. Значит, я всегда как говорю, нету рецепта правильного или неправильного соуса к сыру. Есть ваш вкус. Я даю направление. Вот смотрите, берем и разбавляем томаты, мяту, табаско, маленькую щепотку соли. Но это не соль, это немножко перца для пряности, а соль у меня вот. Прям небольшое количество. Сыр сладко-сливочный. Соли там немного. Это вам там не пекарина романа. Знаете, которые есть там невозможные, которые лучше всего использовать в ризотто. Здесь мы даем максимальное удовольствие для своих рецепторов.
Значит, когда вы делаете соус, видите, я все время добавляю по чуть-чуть. Пробуйте. Значит, можно сделать так. Вот вы намешали уже, да? Соли не добавили. Взяли ложку, чуть-чуть посолили. И попробуйте с солью кусочек. Нравится вам с солью джем или не нравится? Потому что они в классических итальянских, французских магазинах сыров, они продаются все чуть подсоленные. Чтобы, знаете, не было такого резкого, типа сладко-сливочный сыр и резко сладкие, очень много сладкого в джеме. Нет, сахара мало, чуть-чуть соли, горчицы, дополнительные пряности оттягивают как бы вот этот вкус варенья. Поэтому, если здесь в баночке варенье, то нужно всячески сделать так, чтобы он был, ну, скажем, сглажен этот вкус варенья. Ну, маслом вверх. Все правильно. Значит, все дело сделано правильно. Вкус потрясающий. Это знаете, когда едите варенье, потом разжевываете томат, он такой кисло-сладкий, и потом эта острота от табаско догоняет сладость. У меня слюна брызжет, аж вообще не могу. И по рецепторам активно бьет. Палочки. Ставим в духовку. У меня максималка там 3 минуты. Вот пока будете домешивать. 3-4 минуты, чтобы они расплавились. Либо сделайте заранее джем, а потом моментально их жарьте, сразу выкладывайте и кричите всем: бегом, бегом, давайте, пока они горячие, их надо есть. Как только сыр же что? Только остывает, сразу схватывается. Тут главное, смотрите, нужно быть очень аккуратным со временем, потому что панировка хоть и держит сыр, но все-таки он ищет дырочки для того, чтобы покинуть. Палочки нежные. Вон, смотрите, что происходит. Он течет просто как... Ой, горячий-то какой. Да, вот то, чего, знаете, не дождешься от какого-то другого сыра. Это вот эти вот, как это называется, сырные потягушки. Блин, это вкусно, реально. Так, палки здесь все. Извините, что я облизываю пальцы. Это очень вкусно. Давайте, я, чтобы не разрушить прекрасную горку, я попробую вот эту вот палочку. Держу. Да. Да, вот она. Аккуратно, чтобы не обжечься. Смотрите, как он плавится круто, а. Вы обязаны сделать вот этот джем с вяленными томатами к сырным палочкам, потому что это безумно вкусно. Это реально. Очень хорошо. Это очень вкусно. Вот реально. Вот зуб даю.